Бизнес-планы на вес золота. В Мурманске продолжается программа поддержки начинающих предпринимателей «Шаг за шагом». В ее рамках претенденты на правительственный грант на открытие собственного дела участвуют в конкурсе бизнес-планов. Как работает программа и чего ждать от нее в этом году, рассказали на пресс-конференции в Мурманском бизнес-инкубаторе. Федеральных грантов начинающим предпринимателям в этом году не дадут. Минэкономразвития России сокращает расходы, и программа обучения молодых предпринимателей из приоритетов федерального правительства ушла. Тем не менее, молодежь, решившую завести свое дело, без помощи не бросят. По поручению губернатора мы не только сохранили объем региональных средств, но и увеличили. Поэтому тех начинающих предпринимателей, у которых будут достойные проекты, мы поддержим в этом году. Если будет целесообразность, то, возможно, в рамках бюджетного процесса мы еще выйдем с предложением об увеличении финансирования данного направления из регионального бюджета. Вместе с федеральными отчислениями на поддержку новорожденного малого бизнеса в Заполярье в прошлом году было запланировано 15 миллионов рублей. 3 из них выделялось областным бюджетом. В этом году казна региона готова потратить 8 миллионов рублей. Меньше становится и тех, кто в итоге получает желанный грант. В 2015 году финансово поддержали 75 человек. В 2016 уже в половину меньше, всего 37. За последние 4 года в результате программы создано 310 новых компаний по всей области. И за эти же 4 года они смогли заработать 500 000 000 рублей. Выживаемость по прошествию 3 лет на данный момент составляет 83% с небольшим процента. Это значительно выше рынка. Мы знаем, да, что традиционная цифра – это выживаемость 10% после первого года. Вот. Поэтому понятно, что программа, она имеет свое действие, оказывает результат. Поддержку оказывают не всем начинающим предпринимателям. Сферу торговли, например, не рассматривают вообще. Предпочтение оказывают тем, кто предлагает организовать какое-либо производство. Однако таких бизнесменов традиционно немного, около 20%. А вот с проектами в сфере бытовых услуг обычно приходят больше половины заявителей.